Друзья, привет. Вот ремонтные ярки пьют сыворотку на заднем плане. Как у вас приучаете, если у кого есть сыворотка, даете? Они сначала не очень охотно пьют, но потом в какой-то момент потихонечку приучаются. Сыворотка творожная. Ну, у нас коровок, знаете, и, соответственно, делаем творог и сыворотку. Не используем никуда в хозяйственных. Вот, отдаем на корм. Рассадил я наших овец, ну, вот эту секцию большую. Добавил новые и разделил на три длинные секции, чтобы был мацион, чтобы они двигались больше. То есть получилось три секции длинные, но достаточно узкие. Вот одна с ремонтными ярками, здесь три матки с бараном, и здесь третья с двумя ремонтными барашками. Вот это Степочкин на переднем плане и Степочкин на второй линии. И Зеленоградский первой линии. Так в целом они сохраняют паритет по объему. Степочкин так и остается чуть побольше, хотя на месяц младше. Вот на заднем плане там баран наш с племенным свидетельством, который почти перелинял, только на крупе остался небольшой клочок. Здесь другая группа, последний баран третьей линии, у него небольшой остался на холке клочок, ему нечем чесать, поэтому не держится почти шерсть, но все никак планку ему не приспособлю, чтобы он мог потереть об нее и убрать лишнюю шерсть. Это вот ярко наша самая последняя. А-ля кот один от двух рыжих родителей. Вот такой получился. От предков какие-то гены сыграли. Получилась такая яркая, интересная окраса. Пятнистой мордой, пятнистыми ногами, коричневые пятна. И здесь вот еще одна группа последняя, тоже три матки. И баран отдыхает. Баран четвертой линии. А это баран второй линии, он побежал. То есть получается, у меня сейчас работают три барана. Третий, второй, четвертой линии. И два молодых второй и первой линии. Ну так, коротенечко. Всем пока.